если как бы хорошенько вымыть, да, вот, примыкание, торцы, лестницу, тот же лифт, жители будут сами соблюдать. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Московской области Эдуард Сущенко тщательно проверяет буквально каждый сантиметр подъезда в одном из многоквартирных домов в Химках. О том, как коммунальные службы справляются со своей прямой обязанностью, по словам специалиста, лучше всего расскажут сами жильцы. То есть вы написали жалобу, и были приняты меры, управляющая организация, и стали убирать подъезд. Да. А дезинфекция там? Да, проводится, тоже видела. Дезинфицирующие средства. Обратная связь и быстрая реакция служб – это хорошо, однако, несмотря на устраненные недочеты со времен прошлой проверки, вопросы к работе коммунальщиков все же остаются. Есть некоторые замечания по содержанию ремонта подъезда. Где-то электричество проведено без укладки в короб, где-то открытые ящики с пакетниками, где-то уже сломаны некоторые кабелеукладчики. Наряду с тем, что проводятся мероприятия по дезинфекции, по режиму повышенной готовности, не нужно забывать уборку мест общего пользования. На сегодняшний день в Химках выполнили уже больше половины от общего объема запланированных работ. Полностью закончить комплексную уборку подъездов планируют уже через несколько дней. Успеют, говорят специалисты, до конца мая.